Хитрый ход. Вот такие извещения в своих почтовых ящиках обнаружили ангарчане. Некая организация доводит до сведения населения, что федеральный закон обязывает их установить приборы учета. И что вскоре в доме начнется коллективная установка счетчиков. Далее предлагается связаться с диспетчером для согласования даты и времени монтажа. На самом деле это не извещение, обязательное к исполнению, а всего лишь рекламная листовка. Данное объявление является прямой коммерческой рекламой. Действительно, установка приборов учета имеет место быть, и есть такие требования федерального законодательства. Но здесь не нужно пугаться, и нужно, наверное, выбирать себе подрядную организацию или как бы лицо, которое установит на свой, так скажем, вкус. И это не значит, что нужно обращаться именно к этой организации, которая распространяет такие объявления. Лучше всего обращаться в проверенные организации, которым не приходится использовать сомнительные методы привлечения клиентов.